Приветствую тебя, мой дорогой подписчик. Если ты смотришь это видео, значит ты успешно окончил первый день нашего марафона «Реальный бизнес на муниципальных торгах». И в бонус ты получаешь это видео «Как искать лоты в твоем регионе». Итак, переходим. Итак, мы находимся на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Называется этот сайт по-простому торги.gov.ru, да, то есть мы видим название. Здесь мы видим две вкладки – регистрация и личный кабинет. Нам, как обычным пользователям, ни регистрация, ни личный кабинет не нужны, да. Работать мы с вами, в принципе, на всем курсе будем с тремя секциями. Это аренда, да, аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом и другое. То есть это то, что государство сдает в аренду. Причем здесь может быть как движимое имущество, так и недвижимое. Да? То есть не обязательно, чтобы это была именно недвижимость. Следующая секция, с которой мы работаем, это продажа государственного и муниципального имущества госкомпаний. То есть это то, что государство у нас именно продает, да? То есть оно сдает в аренду. И также аренда и продажа земельных участков. То есть земельные участки, как вы видите, у нас выбраны именно в одну категорию. Нажимаем, к примеру, продажа государственного и муниципального имущества. Неважно, можете выбрать просто аренду, а можете выбрать земельные участки. Далее, нам с вами необходимо под всеми этими значками есть слово «торги». Нажать обязательно в процессе подачи заявок. Если мы этого не сделаем, то нам вот здесь будут показываться все актуальные лоты именно в данной секции, да, то есть продажа государственного имущества. Далее у нас есть такое слово «местоположение», и справа от него книжечка. Она называется «Выбрать». Нажимаем «Выбрать», и здесь вводим свой регион. Набираем первые буквы. И у нас автоматически высвечивается. Можете выбрать конкретно город, но лучше выбирать область. Нажимаем «Выбрать» и нажимаем «Поиск». Так нам показываются все лоты именно в нашем регионе. То есть что мы сейчас видим? Что в секции продажи государственного и муниципального имущества в процессе подачи заявок в Томской области у нас на текущий момент находится 82 открытых лота. И мы можем посмотреть, что это, например, нежилое помещение, да, там деревья от породы сосна, транспортное средство, газ и так далее. То есть так вы можете выбрать то, что находится именно в вашем регионе. Я надеюсь, данное видео было вам полезным. Я надеюсь, что вы разберетесь с сайтом торги.gov.ru и придете на наш второй день марафона.